Я, знаете, как заработал первые деньги? Предпринимательство – это найти какой-то спрос, какую-то нереализованную возможность, придумать, как ее сделать лучше всего и дать людям. Это и есть предпринимательство. Это первый миллион. Какой же миллион? Эффект плацебо в бизнесе не работает. Тебе нужны были деньги, ты открывал сейф, доставал деньги, закрывал сейф, и они все равно каким-то образом попадали. Нам пришлось продать всю недвижимость, отдать все деньги. В какой-то прекрасный момент, проходя мимо того помещения, которое когда-то принадлежало мне, я понимал, что у меня сейчас денег нет в принципе вообще никаких. И в какой-то момент, когда вылезло, знаешь, вот исступление от того, что ты бессилен перед стоящей перед тобой преградой. Даже если ты упал на самое дно, даже если ты ничего не знал, всегда есть возможность подняться.